Здравствуйте. Сегодня мы учимся записывать одночлен в виде куба одночлена. Итак, ну не всегда это возможно сделать, но когда возможно, поступаю так. Итак, А в девятой степени. Открываем скобку. Пишем число А. А теперь показатель 9 делим на 3. Получаем 3. И за скобкой будет 3. Проверим, верно это или нет. 3жды 3 – это действительно 9. Если у нас стоит число 1000, х в кубе, y в шестой, то сначала мы с вами записываем, что 1000 – это 10 в кубе, x в кубе, y в шестой, а затем открываем скобку, пишем 10 и все показатели делим на 3. 10 и x, а вот y будет во второй степени, потому что мы поделим на 3. И за скобкой поставим куб. Что происходит, если число отрицательное? Итак, минус 8m в кубе. Значит, минус 8 – это минус 2 в кубе на m в кубе. Ну, а теперь уже все просто. Получаем, скобку открываем, минус 2. М и за скобкой куб. То есть, если бы нужно было в виде квадрата, мы бы делили на 2. Если в кубе, то мы все показатели делим на 3. И тройку ставим за скобкой.